Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами свежим новым буксом. Называется Omni Supreme. Вот как-то так. Ну, здесь описание, статистика идет, выводов, естественно, нет. Запустился он буквально только вчера. Вот. Так, ну здесь переведете и посмотрите. Здесь платежки по регистрации. Кликаем регистрация, прописываем имя, фамилия, email, повтор имейла, username, два раза пароль. Вставляем вот такую буквенную капчу. Не принципиально, большие буквы или маленькие. Ставите галочку, нажимаете регистрация. Нужно перейти на почту, подтвердить электронный адрес. Вход, как всегда, по логину и паролю. Вставляем капчу. Ну, вот видите, у меня маленькие буквы, как бы логин. Зашла я вчера в этот букс. Значит, ну, начала, естественно, гулять по сайту. Вот, просмотрела я сегодня одну только рекламку. И у меня не было вот этих кошелинок рекламы, как бы, да, для просмотра. Вот, что я сделала? Я пошла на форум. Есть здесь форум. Так, вот эти, как бы, перейти на форум. Это убрать, это так. Сейчас я вам покажу. Вот персональные настройки я кликаю. Видим, да? Так, давайте пропишем платежный реквизит. Вот здесь yes поставим сразу, чтобы не были сообщения, если что. Я пропишу Payeer. Сюда мы вставляем пароль, который указывали при регистрации. Видите, мне сюда вставляется логин. Нужно прописать Payeer кошелек. И сохраняем. Можно Perfect Money. Ну и все. Так, и пароль изменить. Сейчас я сохраню это все. Нет. Все у меня сохранено. И нужно проверить, друзья. Да, все у меня сохранилось. Так, как бы на форум теперь, друзья, здесь попасть. Здесь такой вот завуалированный сайт такой. Так, это статистика. Так, вот здесь у нас я кликнула статистика, да? Нет, вот это баннеры. Находится наша партнерская ссылочка. Свою я оставлю в описании под видео. Копирую. И баннеры. Так. И я хотела бы попасть на форум. Показать вам форум. Так, вот здесь просматривать мы будем рекламку. Вот, ребятки, я кликнула на баннер. Вот здесь сразу появилась домашняя страничка. Также зарабатывать можно будет еще на видео. Но здесь их нет. Вот, и я иду на форум. Как я уже ранее говорила, у меня вот этих рекламок не было. Естественно, я написала на форум сюда. Далее что? Начала читать форум. Обязательно, ребятки, читайте форум. Кликнула сюда. Потом опять сюда. И здесь начали как бы администрации поздравлять. Я это все перевела на русский. Вот. И здесь я что? Начала это читать. Так, подождите. Так. Сейчас я вам поздравляю с новым проектом. Я написала. Ага, поздравляю администратора вашего проекта. Второго проекта. Вот. И я написала, я кликнула цитировать. Сейчас я вам покажу. Я
как бы задала вопрос. Где-то здесь мое сообщение. Я вам сейчас покажу. Вот мой логин. И как бы вот я цитата. Я написала, какой первый проект этого админа. На что мне администрация ответила. Вот администрация. Так, здравствуйте, наш первый проект Omni ADS. Это вот этот, ребятки, проект. Он работает хорошо. Все это знают, потому что не одна я здесь работаю. У меня уже почти 2 доллара здесь. Но он платит. И я уже неоднократно с него выводила денежные средства. Вот. Как бы, да? Естественно, я с удовольствием буду работать здесь. Вот, давайте, ладно, перейдем в мой аккаунт. И теперь далее погуляем, раз я уже здесь начала. Партнерские баннеры, реферальная ссылочка. Здесь статистика, настройки форума я вам показала. Здесь есть даже двухфакторная защита. Ребятки, можно как бы защитить свой кабинет. Ну, в буксе, не знаю. И здесь идет история депозита, история вывода, история входа в систему. И так как у меня не было вчера рекламки, если у вас появятся проблемы, то пишите на форум. У этого админа как бы я уже поняла, что такое бывает. Вот. Значит, счеток приборов. Обновить учетную запись. Апгрейд мы на стандарте. И минимальный вывод отсюда на стандарте на бесплатной основе от 1 доллара. На апгрейд здесь начинается от 5 долларов. Я пока попробую поработать пару дней или день. Вот. Без вложений. И, скорее всего, возможно, я прикуплю вот этот апгрейд. Посмотрю, как там будет у меня доход. И я, наверное, его прикуплю. Так. Здесь пополнить счет. Апгрейд можно покупать как с пуш-баланса рекламного, так и можно покупать напрямую с платежной системы. Здесь можно пополнять как бы с баланса на вывод, ну и платежные реквизиты. Это в дальнейшем можно его развивать. Далее просмотр рекламы. И вот здесь предостаточно как бы рекламки. Я вот сегодня одну просмотрела. Давайте еще одну просмотрим. Вот здесь кликните сюда. Кликаем. Загружается шкала. И выбираем перевертыш. Все, нам зачет. И таким вот образом мы просматриваем всю рекламку. Возвращаемся. И в дальнейшем я, возможно, буду смотреть видео. Пока этого нет. Также здесь есть доля дохода. Это у нас рыбшары. Вот это. Как бы здесь от 1 доллара на 120 дней. Я думаю, это маловато, да? 120 дней. Вот. Сколько здесь процентов, я фиг знает. Но я это покупать не буду, если буду покупать апгрейд. Там посмотрю, и здесь будут отображаться мои акции. Это все, ребятки, по желанию. И офервал. Здесь вот как бы можно тоже опросы проходить, если кто любит. Я не люблю такие. Здесь арендованные рефералы. Здесь будут отображаться наши прямые рефералы. Так. А здесь кто будет давать рекламку, управлять рекламой. И вот здесь наш логин. Так, возвращаюсь.
ток приборов. Нет, ребятки. А, ну давайте покажу. Здесь вот здесь вкладочка вывода будет снять со счета. И минимум. Ваш минимальный вывод составляет $1. Видим, да? Но вывод не завышен, все нормально. Давайте вернемся к заработку. Тут еще есть сетка. Вот здесь. И мы можем кликать 10 раз и, возможно, что-то выиграть. Кликаем на сетку. Ну вот админ рекламит, наверное, свой проект. Загружается шкала. И выбираем перевертыш. И гляньте, опаньки, и я выиграла. Нормально, да? Копеечку. Ну и неплохо. Это, конечно, редко, но бывает. Вот. Давайте еще разок. Вдруг повезет. Ну, что-то застрял. Сейчас посмотрим. Вот таким вот образом. Здесь рекламок немного, но... Сейчас глянем. Опять перевертыш. И опять. Гляньте-ка. Видите? Нормально. И смотрите, вот здесь отображается вот мой логин. Я выиграла. И вот мой это самое. Еще один мой выигрыш. Помаленечку так. Ну, неплохо. По капельке, да? Ну, здесь вот люди как бы тоже кликали. Ну, да ладно. Так. По заработку я все сказала, да? Видео пока нет. Здесь можно загружать свои видео. Видим, да? Пока нет. И вот сюда кликнуть. Вас перебросит. И название. Реферальная ссылочка, что-то тут это все перевести с страны. 1000 просмотров. Это все надо будет заполнять. И как бы, ну, это тоже по желанию, как бы это все потом посмотрим. Ну, здесь вопросы-ответы. Суппорт, если надо будет. Создать новый тикет. Ну, и писать. Что здесь выбрать? Здесь тема, вопрос, капча и отправляем. Ну, в принципе, я все такое вам показала. Кому интересно, заходите, работайте. Вот. Ну, а вывод, естественно, будем проверять. На этом буду заканчивать. Видео и так затянулось. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.